setting, and you're right here by my side. And the movie is playing, but we won't be watching tonight. Every look, every touch, makes me wanna give you my heart. I've been crushing on you, baby. Stay right where you are, 'cause I never knew, I never knew you could have the love in your hands till the night I held you. Giving me Elvis with some James Dean in his eyes. Put some lips on my neck, makes me wanna give up my body. I'll be falling for you, baby, and I just can't stop, 'cause I never knew, I never knew you could Зачем вырубила? Сам знаешь. Что-то не уверен. Начинается на П. Слово на П. Порнуха? Нет, Макс, потерялись. Нет, мы слегка сбились с пути. То есть я права? Это спорно. Ознакомьтесь с этими советами. Они помогут вам справиться с любыми неожиданностями, с которыми вы можете столкнуться в лагере Hackett's Quarry. Благодаря Quick Time Events или QTE вы сможете вовремя среагировать на происходящее. Учтите, в Hackett's Quarry бывает опасно. Не забывайте смотреть по сторонам. Стоит расслабиться, и случится несчастье. Вы сами выбираете свой путь, но это не значит, что на нем не будет преград. Берегись! Да, детка, ловко ты. Спасибо. Чем дальше, тем хуже тут дороги. Это все подготовка к жизни в летнем лагере. Точно, вот куда мы едем. Я уже 200 миль, как пытаюсь вспомнить. 200 миль, говоришь? Да. Знаешь, это не страшно. Я не буду о тебе хуже думать. Если б Колумб не заблудился и не приплыл к этим берегам, Соединенных Штатов не было бы. Пока, хот-доги. Пока, яблочный пирог. Колумб не высаживался в Северной Америке. Ты о чем это? Он был уверен, что он в Азии. Реально? Еще один парень, который не захотел признать поражение. Еще один парень, в честь которого целый праздник назвали. Подумай об этом на досуге. О, боже. Просто довези нас до лагеря, окей? А то я устала глаза закатывать. Я в процессе, в процессе. Вуаля! Что это? Да-да. Серьезно? Что не так с нормальной картой? Это нормальная карта. А в смартфоне? Не ловит. Конечно же. Так, сейчас... Значит, мы... На карте нет летних лагерей. А указателя не было? Эй, на дорогу смотри! Хо!
Ты цела? Да, да. Ну, более-менее. Боже, что это было вообще? Медведь? Что? Нет, Макс, это был не медведь. А что? Вроде человек. Лора, ты серьезно? Мы человека сбили? Не знаю. Он был прямо перед нами, прям совсем близко, но, может, не сбили. Не знаю. Что там? Тачка в хламину. Ну, может, все не так уж и плохо? Ну, надо проверить перед тем, как пытаться ее завести. Можешь дать инструменты из багажника. Да, да, сейчас. Не смертельно. Мама меня убьет. Спасибо. Да. Тебе помочь? Да, если можешь, подсвети вот здесь. Сейчас. О, спасибо. Поскорей бы убраться отсюда. Просто представь себе, как ты свернулась калачиком у костра, напевая песню. Думаю, у костра обычно никто калачиком не сворачивается. Почему? Ну, чтобы не загореться. Тогда представь, как свернулась калачиком у обогревателя. Где угодно, лишь бы не здесь. Ты куда? Недалеко. Ты... Постой секунду, я почти все. Боже, Макс, скорее! В чем дело? А вдруг там внизу кто-то есть? Серьезно? Да, может, помочь нужно. Мы вроде никого не сбили. Может и нет, но я кого-то слышала. Женщину. Думаешь, это мы? Я хочу проверить. Окей. Я... Только далеко не ходи, окей? Да, осторожней. Да. Окей. Да. Удачи с машиной. Thank you.
Что это? Сайлас, мальчик-пес? О, ну и дичь. Стрёмное дерьмо. Скажи, что случилось, ну же. Там что-то было. Как будто какие-то звуки со всех сторон. Зай, успокойся, все в порядке. В лесу много всякого, животные, очень легко испугаться. Нет, мы можем просто уехать. Да, едем. Хорошо. Как ты? Да, завелась, урчит как котенок. Макс, скорее! Уже едем, поехали. Выглядит серьезно. Макс! Я же... Дай мне минуту, сейчас. Надо ехать, Макс! Лора, расслабься, ладно? Прекрати, я просто хочу свалить отсюда! Хватит уже! Черт, Зай, прости, извини. Извини. Ничего. Ничего. В машине безопасно, все хорошо. Ебать, мать твою! Твою ж мать, я думал, у меня сердце лопнет. Опустите. Офицер, доброго вам вечера. Кто-то из вас ранен? Мы в норме, немного испугались. Угу. Не расскажете, что случилось? Ну... Ну, что-то выскочило перед машиной, и чтобы не врезаться, мы свернули, и... Сами видите. Что-то выскочило? Thank you.
извините, было очень темно, и все так быстро произошло, и она сбежала. Она? Вы кого-то сбили? Нет, боже, нет, конечно. Ну, то есть я так не думаю. Я не знаю. Не знаю. Сэр? Не глушите мотор. Сэр? Согласись, это прям самый жуткий в мире коп. Не знаю, я других не видела. Никогда? А, да, я не преступник. Ну что, может, расскажете? Какого черта вы делаете в такой глухомани посреди ночи? В летний лагерь Хекетс Квори. Мы новые вожатые. Вы раньше срока? Нет, то есть, да. Но мы хотели приехать раньше и все осмотреть. Ну вот. Но мы их предупредили. Если честно, один из нас переоценил свои навыки навигации и заблудился. Вы не доберетесь до Хекетс Квори. Не сегодня. Отель Харбинджер. Он недалеко отсюда. Переночуете там. А, спасибо, но думаю, мы все-таки поедем дальше. Опять же, мистер Хекетс нас ждет, мы ему звонили. Нет, мэм, вы поедете в мотель Харбинджер. Вам все понятно? А при всем уважении, а почему нам нельзя в Хекетс Квори? Потому что я вам сказал ехать в мотель. Так, простите, я не понимаю, в чем дело. Мэм, выйдите из машины. Эй, что? Сэр, нет. Она ничего не сделала. Мэм, если вы выйдете из машины, я покажу вам на карте, как туда проехать. Окей. Точно. Вы! Сидите там! Ничего, нормально, я выйду. Ладно. Так. Значит, мы... Примерно вот здесь. А мотель Харбинджер здесь. Так, а где вы сказали Хекетс Квори? Ну, думаю, господа из мотеля Харбинджер вам все расскажут завтра утром. Мотель Харбинджер. Держитесь дороги. Так, а если там кто-нибудь есть? Я посмотрю. Удачи. Чего он там теперь сидит? Спасибо тебе за помощь с копом. Это ты о чем? Ты дрожал, как сломанная стиралка, а мог бы и поддержать меня. Ты ему понравилась больше. Ну, я обаятельная.
Ладно, ну что, пора ехать дальше. Да. Думаю, на эту ночь с нас хватит лесных приключений. Точно, так где там мотель? Значит, мы здесь, угу. А мотель здесь. Окей. Но мы едем сюда. Что там? Хекетс Куори. Откуда знаешь? Да вот, выведала незаметно. Офигеть! Уверена, что не стоит поехать в мотель, как он посоветовал. Милый, ты правда хочешь последовать совету стрёмного копа, который встретил нас в стрёмном лесу и сказал ехать в стрёмный мотель? Нет, точно нет. Вот. Ну что, едем? Другое дело. Мэм? Боже мой, если бы он еще раз назвал меня мэм, я бы ему этот значок в жопу запихала. Ну, я разве похожа на мэм? Мне до мэм еще лет 20. Угу. Что? 20. А это щедро. Так. Ты станешь только горячее. Все, хорош. Да вы издеваетесь, тут никого нет. Нахера мы сюда перлись? Макс, а может осмотримся, прежде чем психовать? Так ты говорила с Хеккетом или оставила сообщение? А не пофиг ли? Нет, как видишь, не пофиг. Эй! Голосовые он не слушает. Ну я же не телепат. Нет, тут точно кто-то есть. Или это брошенная машина, и мы впустую да тратим время. Да кто тут время? Будет бросать... Я в машину. Макс, скорей. Макс, не будь козлом. Есть кто дома? Черт. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Thank you.
Вы там живы? Сейчас вернусь, я за помощью! Макс! Макс, иди сюда! Что такое? Там кто-то вроде не может выбраться из бункера. Что? Это мистер Хэкет? Я не знаю. Принеси инструменты, сломаем замок. Эй, это я! Мы вас вытащим! Эй! Эй! Стоп, что это? Ты сказала инструменты. Так чего ты не принес? Там кто-то есть. А, я никого не вижу. Смотри. Да смотрю я. Дай-ка мне. Но там точно кто-то был. Ладно, ладно, так. Молоток. Точно? Будет очень громко. И? Там человек. Ого, это было громко. Помочь? Да. Помнишь зловещих мертвецов? Эй! Вы целы? Вы есть? Эй, осторожно. Зая, может, это был опоссум? Да нет, тут точно кто-то был, я клянусь. Эй, ночь была адской, да? Давай поедем в мотель, потом вернемся утром. Можем все тут осмотреть, но... Ты уже с ног валишься, я так точно. Нам не речь. Макс? Помоги. Кровь. Thank you.
Это по-вашему похоже на, мать его, мотель Харбинджер? In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please. Здравствуй, друг. Добро пожаловать. Мы ведь друзья, правда? Я ждала тебя. Ждала, да. И я надеюсь, что наши беседы многое объяснят. Не волнуйся. Я хочу помочь тебе. Считай меня проводником в мир тайн. Это волнительно. И пугающе. Но если не струсишь, если ты позволишь мне, я помогу тебе, а ты помоги мне. У тебя нет карт, так что я ничего не смогу показать. Присмотрись, карты ждут. Сперва помоги мне, затем мой черед. Мы ведь с тобой друзья, твои слова. Ищи лучше. Карты ждут тебя. Тебя ждет много секретов. Секретов и лжи. Тайные пути, которые я могу открыть. Что скажешь? Помоги помочь тебе. И помни, что нас не убивает, делает нас сильнее. До встречи, народ! Да! Хэггетс Куори форева! Столько сердец разбивается сегодня. Прям чувство апокалипсис. Ну, кто его знает? Вселенная умеет решать такие дела. Вселенная? Ну, типа космос, там, не знаю, боги. Боги космоса? Ну да. Говори. Да нечего говорить, все норм. Вообще норм. Просто супер норм. Ну че, бросила, да? Так, хорош. Салют, Эмма.
Hi. Так, это... Ты слышала когда-нибудь раньше про глазомер? Не, глазомер для ботанов. Захвати последнюю пару сумок, плиз. Да, босс. Привет, Эмми, от меня. Вот ты сучка. Да, это факт. Джейк, сумки вперед. А что убивает оленей? Ох, зараза. Привет. Эй, вы мне сумками поможете или как? О, ну, такое дело. Мы как раз ремонтируем дверь. Она... Ну, Дилан, она сломана. Пожалуйста. Я не могу... Блин, мне последнее осталось. Что с ней такое? Она сама... Дилан, ты... Бро, прости. Да, спасибо. Они ее заперли? Козлы. Ужасы. Ненавижу ужасы. Тут бы ремонт не помешал. А! Боже!
Ну все, сумки на месте. Круть, и все сам, да? Вот-вот. Ну да, привыкай. Боже, ты просто чудовище. Зато честная. А, ну началось. Так, ты ведь не все про вас с Эммой рассказала, сынок? Так, послушай, я хочу, чтобы ты перестала лезть в мои дела, Кейтлин. Извини, что помочь хотела. Тем, что напомнила, как меня выбросили как какой-то мусор? Ага, сюжетный поворот. Она вынесла мусор. Что? А, нет. Стой, смотри. Сначала она прибралась, потом вынесла мусор, потом умыла руки. Прощай, Джейк! Никакого мусора, свобода, можно искать любовь. Ты все сказала? Я только начала. Спасибо, не надо. Джейк, ты меня вымораживаешь. Но... Ладно, прости меня. Да, ты тот еще жалкий засранец. Из нас двоих хотя бы мне этим летом перепало. А, и как это прикажешь понимать? Ну, Райан. А что Райан? Он, ну, парень. Из нашего лагеря. Весь такой из себя сексуальный одиночка. Что меня, конечно, совсем не привлекает. О, сюжетный поворот. Так она реально тебя просто бросила? Ну, формально нет. Ну как? Она поняла, что у нее свои планы, а у меня свои. Дальше типа конец, ничего не выйдет. А дальше уже началось. И вы что, не захотели попробовать на расстоянии? Слушай, да эта девчонка тобой реально как хочет, так и вертит. Ну, давай реально смотреть на вещи. Она права, это был летний роман. Что из него могло получиться? Ну, прикинем. Любовь, стабильность, помолвка, свадьба, дом, ребенок, интрижка, ребенок, развод, раздел имущества, одиночество, алименты. Внезапное примирение, пустое гнездо, пенсия, внук, внук, внук. Дом престарелых и, наконец... Смерть в объятиях друг друга и похороны в таком же виде. Типа как скелеты, которых раскопали в Риме. Ну, угадала? Ой, нет, это про нас с Райаном. А, сейчас, 5 секунд. А, вот. Про тебя, минет, за рулем. А, не, это в списке вообще у всех мужиков. Ха, приемлемо. Так, мне просто интересно, а это ведро с гайками вообще куда-нибудь поедет? Посмотри, надеюсь. Еще одна ночь под открытым небом меня доконает. Эй, что нас не убьет, сделает сильнее. Тебя я не убила. Пока. Но тебе не помогло. Слышь, заткнись. Так, ну, чисто теоретически, если представить, что я полный мудила, и я решил сломать фургон, чтобы мы тут остались еще на ночь, как именно я бы это сделал? Наверное, сломал бы бензопровод. Или вырвал бегунок трамблера. И да, ты был бы полным мудилой. Ясно. А, слушай, а как выглядит бегунок трамблера? Как бегунок, который вращается, ну, под маленьким черным колпаком с проводами. Джейк, ты же понимаешь, что даже если мы тут застрянем, еще одна ночь с Эммой ничего не изменит. Поверь, она все решила. Да. Да? Ну вот и проверим. С виду важная штука. Черт. Давай я тебя завтра подключу, ладно? Обещаю. Эй, чувачки! Чего у них рожи такие хитрые? Эй, Джейкоб! Что? Нет, не надо! Стой! Стой! Лови! Оу! Ник! Бум! Оу! Полетел! Чувак, красавчик! Фрик! Жаль, у меня нет баксов. Блин, со всех сторон придурки.
О, слава богу. Я ценю фишку про ноль технологий, но как же приятно. Мистер Хэм мог бы и подзарядить наши телефоны хоть немного. А сам ты не при делах, да? Знаешь, его лучше отложить для особых случаев. А быть брошенным сюда подходит? Жестко. Ой, пошел ты! Извини, я... Без обид, чувак. Я не хотел обидеть. Ну, готовы ехать. А где остальные? Да откуда мне знать? Иногда ты знаешь больше, чем я. Ник, я даже не знаю, как на это ответить. Скажи, Ник, ты намного умнее меня. Ты горячий мачо, который уломает любую. Ага, размечтался, сынок. Ну, привет, подружка. Докладывай. Все, официальный синдром пустого гнезда. Дай пять, красотка. Ой, не успела. Глупо. Боже. Тебе вот-вот вернут смартфон? Пойдем возьмем свои сумки и свалим навсегда из этого отсталого комариного болота. Дверь закрыта, а сумки внутри. Сука. Да. Ну, по-моему, план действий очевиден. Найти ключ? Вершить свою судьбу. И под этим я имею в виду... победить этот дурацкий замок и забрать свои сумки. Ладно, давай. Надеюсь, нам не влетит. Я никому не скажу. Мистер Хэкет узнает. Ну и что? Решит, что это медведь, например. Ты тут видела медведей? Нет, но это не значит, что их нет. Аргумент. Ну ладно, поехали. На счет три. Раз. Два. Три! Самое главное — мыслить позитивно. Зачем я тебя слушаю? Я всегда права. Ты уверена, что подумают на медведя? Боже мой, да расслабься, мы никого не убили. Ладно, так, я еще раз быстро осмотрюсь, чтобы мы точно ничего не забыли. Ну что, вперед? Сложно поверить, что я буду скучать по этим жестким пружинам. Как это в новости попало? О, Изи его любила. Я хочу поиграть! Вернем тебя, Изи.
Будет странно не слышать по утрам объявлений Дилана. Дилан расстроится, что ребята его просто бросили. Скажу Крису, когда увижу. Ты готова? Готова. Свобода нас ждет, подруга, пора отрываться. Что ж ты такая крутая, борзая, самоуверенная? Да это игра, то, что хотят видеть другие. Притворство? Ну, отчасти. Притворяться значит быть собой. Но громче. Ты тоже попробуй. Кто знает, кого это впечатлит. Не, все равно уже поздно. Для чего? Для Ника? Не узнаешь, пока не рискнешь отдаться. Ты рулишь, Текс. Пардон? Ладно, теоретически. Если я все же решу открыться,
Что, если ничего не выйдет, как у вас с Джейкобом? По правде, он милый. Но вы расстались. Летний роман между нашими школами, 4 штата. Он понимает. Ну да. Но это мы. А с Ником может быть иначе. Возьми его номер, позвони. У меня есть его имейл. Нам же давали распечатки. Имейл? Тебе 93? А что не так? Я буду скучать тебе. О, стой! Но коттедж же ведь в той стороне. Сверни тут. Что? Давай, красивый путь. Последний победный круг по лагерю. Yes. Ладно, а в чем победа? 2 месяца без технологий. А мне понравилось быть офлайн. Фу, мне нет. Как и моим подписчикам. Знаешь, а я тебе верю. Эбби, это что, комплимент? Перед тобой не устоять. Даже я бы подписалась. Сила харизмы. То-то же. Как будешь дома, подпишись, поделись и лайкай во всю мощь. Сразу все. Кажется, я погорячилась. Нет, ты меня любишь. Обожаю. Кострище? Нет, остров. Так уединенно. Это дым там? Кому-нибудь сказать? Да, вроде все под контролем. Наверное, мистер Хэс сжигает старый хлам перед тем, как закрыть лагерь до лета. Да. Кстати говоря, пора бы нам вернуться. А, да. Боишься, что Ник, уедет без тебя? Да нет, наверное, все только нас и ждут. Ага. Все нас ждут. Да, все. Ник. Все. Ник. Да, без разницы. Спокойно, Джейкоб, все в норме. У меня полный заряд, так что... Вот сука. Ну ты дурак. Все перестали покупать зарядки? Все равно сигнала нет. Покрытие тут с гулькин хрен. Это ты про свой? Что? Нет. Неважно, я что-нибудь выжму из мистера Хэ перед поездкой. Чё-то фу. Ник! Ага, а где вы были? Какой любопытный. Не слушай ее, прошу. Поехали! Вот только надо эти сумки загрузить. Ой, давай я тебе, давай помогу. Я справлюсь со своей сумкой. Спасибо. А ты уверена? Если что, мне совсем не сложно. Да, она и сама прекрасно справится. Мы обе справимся со своими сумками. Спасибо. Круто. Эбби, тебе помочь? Да. Можно? Спасибо. Эй, Райна, видел кто? А, да, наверное, сидит где-то, весь молчаливый и загадочный. Я тут. Что ты там делал? Прятался от кого-то? А, я подкаст слушал так-то. А, подкаст? Круто. А про что?
Называется «Как не лезть в чужие дела». Тебе стоит послушать. Духи. Духи. Точнее, там про криптозоологию, а последний эпизод вообще был про это место. А, да-да, помню, ты про него говорил детишкам у костра. Про коргу Хекетскуори. Да. Что за корга Хекетскуори? Не знаешь про коргу Хекетскуори? Потому я и спрашиваю, балда. Расскажи ей про коргу Хекетскуори. Вряд ли она хочет слушать про коргу Хекетскуори. Может, уже хватит повторять «Карга Хекетскуори»? Это просто детская страшилка. Там, короче говоря, одна старуха, ну, погибла в пожаре когда-то там. И бродит по лесу в поисках своего сына. Говорят, кто-то слышал шепот, типа того, а рядом... Проплывал силуэт, классика, да. А еще говорят, что если она тебя поймает, то превратит в своего сына. Или убьет, или... Не уверен, непонятно там, вот. Карга Хекетскуори. Ты это выдумал. Все было в подкасте. Cool story, бро. Серьезно, вы бы слышали, как он это детишкам у костра рассказывал? У них теперь травма на всю жизнь. Ну, не... совсем на всю. С этим стоит поосторожнее. Все так и есть. Да ты гонишь. Чего ждем-то, хакетеры? Почти все, мистер Хэ. Живее. Ну-ка, одевайтесь. Простите, мистер Хэ. Нам надо было освободить сумку. Заткнись. Если бы кто-то не тратил столько времени на охмурение девушек рассказами о призраках. Нечестно. О призраках? Карга Хекетскуори. Ключ от фургона у вас, мистер Хэ. И то верно. Блин. Когда-нибудь я голову забуду. Надо в офис вернуться. Поможешь мне, Райан? Да. Эй, мистер Хэ. Чего, диджей Дилан? Можно мне смартфон подзарядить? Музычку в дороге Нет, послушать? Не выйдет. Ну, это вообще не круто. Слышь, блин. Чувак, да я самый крутой братан во всем мире, блин. Мне просто нужен музон в дорогу, блин. Ладно, хватит. 5 минут. Мне нужно всего 5 минут. Блин. Он сказал нет, Дилан. Да, я понял. Просто... Я к фургону, окей? Ну это... Крис, хорошо, что мы можем сейчас поговорить и... Ой-ой-ой. Я что, уволен? Ха, нет-нет, я просто, ну, насчет того разговора. Об этом позже мне надо ответить. А, да. Да. О, простите. Алло. Потому что это дети. Нельзя слишком на них давить. Они уже почти уехали. Время уже на исходе. Нам нужно, чтобы... Да придержи ты, блин, коней, ладно? На нашей стороне все в норме. Мы с Бобби собрались. Если он рядом, мы его возьмем. Зря время тратим. Мы оба это знаем. Нет, должен был? Затих он. Видимо, не высовывается. И, кстати, чем дольше я с тобой болтаю, тем позже избавлюсь от этих чертовых детей. Да, конечно. Адьос. Простите, я не слушал, я просто...
Ждал, то есть услышал, то есть не слышал, что вы... Расслабься ты, входи. Извини, что был рисковат. Вам помочь искать ключи? Нет, конец лета, куча дел. В общем, что ты хотел? А, да, я насчет школы анимации хотел поговорить, узнать ваши мысли. Так. Ну там, стоит ли мне оставлять сестру с бабушкой и дедушкой, ведь я в кампусе буду жить, и мама неизвестно где, так что я бы не хотел оставлять Сару одну. У нас семья и так небольшая. Ну, семья – это важно, Райан. Вот черт. У вас все в порядке? Вечером свидание? Ох, блин. Если бы ты знал. Так, зачем я был вам нужен? Ты один из моих любимых вожатых, Райан, ты знаешь? Хороший парень. Но знаешь, сколько родителей мне звонит? Сколько писем присылают об испуганных детях, уехавших домой? Хм. Я про это не думал. Хочешь верь, хочешь нет, но распугивать детей из лагеря вредно для бизнеса. Так что, может быть, поменьше историй о призраках? Простите, я не думал, что все так серьезно. Нужно понимать последствия своих действий, дружок. Это часть работы вожатого, лидера. Да. Лучше просто пойте кумбайя, ладно? Что это? Вы что, больше не поете кумбайя? Ох-хо-хо, вот и выросло поколение. Серьезно, Крис, в чем дело? Я просто хочу спокойно вывести вас отсюда до заката. Зачем? Уже темнеет, Райан. Ехать в темноте небезопасно. А от безопасности до веселья один шаг. Одну минуту. Черт побери, да где же они? Попрощайтесь с Калебом и Кейли. Они как-то ускользнули. Да ты их увидишь через год. Калеб в межсезонье на свалке работает, ну а Кейли... Она пока еще думает, кем стать. У нее вся жизнь впереди. Они, по сути, делают, что хотят. Подростки, что с них взять? Мне бы со сборами помощь пригодилась, рук не хватает. Вы и так неплохо справились. Я передам, что ты хотел попрощаться. Открыл фургон, сунул ключи в карман, пришел в офис. Там, где оставил. Ага. Ну, пойдем. Убедись, что все готовы ехать. Только нормально. Стоп, а как ты получил свой телефон раньше нас? Я его не сдавал. Надо было выключить его перед тем, как сдал, Дилан. Это же правило, нуб. Я стараюсь не жить прошлым. Да. Как раз пора подумать о будущем, сесть в фургон и поехать домой. Все, погнали. В чем там дело? Блин, не знаю. Кажется, что-то с двигателем, мистер Хэ. Это я вижу.
Да вообще полный капут. Дай попробую. Зачем? Говорю же, он накрылся. А может, ты не так делаешь? Может, ты не так делаешь. Слышь, ты чё? Хватит! Прекратите оба! Чёрт, давай, эй, давай. Полегче. Тише, ну же. Тише, блин. Да что? Все назад! Живо, живо, живо! Джейкоб, стой! Стой, стой, стой! Я сейчас. Ай, черт, я просто помочь хочу! Ладно. Ладно. Слушай, ничего страшного, просто проведем тут лишнюю ночь. Нет! Нет! Все, стой! Дай подумать. Ладно. Черт. Ты прав, ты прав. Что? Да, ты прав. Эй, Райан, подойди-ка сюда. Убедись, что ночью все будут сидеть в коттедже, запри двери. Никто не входит и не выходит, ясно? Никто. Ладно. Я вернусь утром. Главное, чтобы никто не выходил. Можешь мне это пообещать? Да, да, мы будем внутри. Молодца. Запри двери! И ради бога, не гомоните вы там! Так, и что это было? Он... сказал сидеть в доме и не выходить до утра. Это прикол такой? Эмма! Это прикол такой? И что нам делать? Ну, надо сделать, как он сказал. Мы можем пойти в дом до утра. Да. Или... или можем сделать кое-что другое. А о чем ты сейчас? Мистера Хэкета нет, песклявых детей нет. Только кучка взрослых, готовых дать волю своему животному началу. О, да, блин! Вечеринка! Кому, народ? Похоже, звезды нам благоволят. М? Ладно, ладно, ладно. Последняя, эпичнейшая тусовка у костра. О, чувак! Итак, я за, Ник, за. Я за. Дилан за, очевидно, братан. Кейтлин? Я отвечаю на зов. Так, окей. Эмма, а ты как? Да, я за. Мистер Хэкет настойчиво просил остаться в коттедже. Да он просто напугать нас хотел. Ну, типа как... в идиотских историях Райана. Зачем ему нас пугать? Я не думаю, что он нас пугал, Джейкоб. Кажется, он сам был напуган. О, Господи. Ребята, Крис однозначно не шутил. Просто скажи «да», давай, последний раз. Да. Чел, он не узнает. Но я обещал. Не-не-не-не, чувак. Все норм, мы вкурили. Ты просто не хочешь расстроить папочку. Но зато хоть кому-то не насрать. Oh. Блин. Делайте, что хотите. Oh. А я послушаюсь Криса.
погоди. Эй! Так, 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 хайкетеры! Тусовочный комитет, поехали! Так, первым делом, Ник и Эбби, идите за дровами. А мы с Эммой пойдем на склад за провизией. А ты, Дилан, попробуй зарядить телефоны. Я не знаю, типа... Ну что, погнали! Я надеялась, что ты вернешься ко мне. Давай-ка глянем. Ну где же они? Будь внимательнее, верни мои карты, и я помогу тебе. В моих краях так заведено. Прошу, ищи. Тебе пора идти. Еще рано, и луна пока высоко, но время не ждет. История должна быть рассказана. Осторожней. Береги себя. Ну, ищи мои карты. Вот и мы в жопе. Застряли в унылой глуши, где никто не придет нам на помощь. Сможем ли мы остаться людьми или одичаем и начнем поедать мертвецов, как в том фильме про авиакатастрофу? Сначала филе ди Жакоб. Сочный окорок средней прожарки, который может оставить раздражающее послевкусие. Блюдо на любителя, скажем так. Да. Что? Ты как будто запихиваешь сосиску в игольное ушко. Ой, да ладно, почти получилось. Боже, имей в виду, это очень обидное сравнение. Почти готово. Момент. О! И снято. Я мог ее выбить. Ты ее подготовил. Окей. Так. Будь я пивом, где бы я был? Пип-пип-пип-пип-пип. Что пип, ты делаешь? Пип. О, бухлокатор. Помогает найти бухло. И почему я раньше не замечала? Какой же ты лох. Что? Но это бухлокатор. Короче, я пойду туда.
Ха, детишки смели все почистую. Ха. Мистер Хэ обожает мерч. Хм. Думаю, он заперт. На что я надеялась? О! О! Круто! О! Джекпот! Эй, а... Зацени мои сисяндры. Вот. Делаем дырку. Угу. Заливаем водку. И в отрыв. Просто налить туда водку? Да, лучшее применение дырки в арбузе. Ну, или одно из... Ладно, оставлю вас наедине и поищу что-нибудь для вечеринки. Харум с Карум. Кто это покупает? Вот эта встреча. О, да. Нельзя упустить такой шанс. Окей. Хотите увидеть, как взрослый мужик обосрется? Погнали! Ой-ой. Итак, где бы мне спрятаться? Джейкоб! Эмма! Эй! Думаешь, меня напугать? Не получится.
что, не страшно? Нет, клоуны смешные. По-твоему, это должно быть смешно? Ну, да. Да. Ну, а теперь тебе смешно, малыш? Я, ну... Хочешь затусить со мной и еще десятком сексуальных клоунесс в твоей кроватке, где нам всем без проблем хватит места? Я... Что? Все поздно. Вот так всегда. Вот интересно, что за ней? Заперт там. Ай! Твою! Налево! Что у тебя с ногой? Больно, да? Заткнись! Просто охренеть. Ебануться и не жить. Ясно, почему дверь заперли. Он не разозлится, что мы сюда влезли? Что? Нет. Это же он нас тут бросил. Типа, права человека, все дела. А, да. Так, ладно, давай глянем, что у нас тут. Держи, а то дверь захлопнется. О, крутяк. Прям раз и готово. Бум! Я осмотрюсь. Валяй. Любят узнавать тайны, и в Хекетс-Куори они тоже есть. Эти леса хранят секреты, раскрыв которые, вы сможете избежать уголовного преследования. Знаете, ведь вашим рассказам никто не поверит, если у вас не будет серьезных доказательств. Пора начинать расследование. Снимайте или ищите другие улики и докажете, что невиновны. Или нет? Иногда в течение ночи у вас будут появляться возможности, давая шанс изменить ход событий по своему вкусу. Но имейте в виду, это лишь возможности, вы не обязаны действовать. Иногда от того станет лишь хуже.
Хекетс-Куори множество секретных троп, неизведанных уголков и потайных мест. С каждым шагом вы прокладываете свой путь, определяете, куда он приведет. Иногда вы получите шанс увидеть, что могло бы произойти, если бы вы выбрали другое направление. В Хекетс-Куори не существует неверного пути. Но знаете, некоторые дороги опаснее других. Джейкоб, посмотри-ка! Что? Я не могу отойти, дверь захлопнется. Вроде чьи-то рюкзаки с барахлом. О, да пофиг. У нас своего добра хватает, так что... Ну, идем уже. Что, медведь порвал? О, круто! Что? Что там? Ружье. О, класс! И... кот. Все. Хорош. Так ты возьмешь с собой ружье, да? Да. Медведи же. Ладно. А я пока подумаю, как бы нам оттащить все это в лагерь. Ладно. Есть. О, здорово. Что еще там есть? Просто фейерверки. О, фейерверки? Да, но вряд ли стоит... Не-не-не-не-не, Эмма. Фейерверки. Хотя, ты прав. Пошумим. Эй, да! Пошумим! О, да! Еще одно! Пошумим! Эй, я видела, там порванные сумки. Они были все в грязи, и, кажется, на них была кровь. О, стоп! Стоп! Минуточку. Блин! Арахисовые хлопики! Ну, арахисовые... Мать их, хлопики! Они же для детей. Что? Да, я когда-то был ребенком. Когда-то? Ну ладно, попробуй одну штучку и сразу изменишь свое мнение. Ни за что. Хлоп-хлоп, наши хлопики хрустят. Хлоп-хлоп, дети не грустят. Давай, это же самый обалденный снэк. Ок, пофиг. Тогда обожрусь. Так. Я там снаружи засек точилу. Можно свалить в нее все добро. Что-что? Добро? Ну, в смысле, добычу. Добро? Нет, до этого.
Точила? Да. Ну, я... Это я про тачку такую с колесом. Кладешь туда добро и везешь. А, ясно. Дамы, вперед. Спасибо. Куда? Итак, святая святых. Просто офис. Здесь творится магия. Ага, давай по-быстрому. Запросто. Дай мне минутку, сейчас я... И... все готово. Подкасты? Да. Понял. Как называется тот, что ты слушаешь? Странное настоящее. Типа про призраков? Типа... Да, но всякие загадочные истории, они выясняют, есть ли в них что-то, ну, настоящее. Не стоящее. Сейчас не встает. Какой ты остроумный. Ну, глянем, что мистер Хэ прячет в своей обители греха. Ну, не знаю, друг. Как-то стрёмно копаться в его вещах. Ладно, а мне нет. Да и какие грязные секреты могут быть у владельца летнего лагеря, в который приезжают детишки? Я не про мистера Хэ, он норм. Само собой. Эй, а ружье зачем? Крис, мистер Ха сказал, что оно для медведей. Что? Тут? Да-да, он сказал, что они сюда редко забредают из-за ружья, чел. А? Не трожь его. Не трожь. Чувак, а вдруг мы устроим сегодня вечеринку в лесу и окажемся типа как в самой опасной игре? Где люди охотятся на людей? Да, да, пораскинь мозгами. Лагерь закрыт, и сезон охоты как раз начался. Верно. А вдруг, ты только дослушай, вдруг сегодня мишенями будем мы? Ну, значит, нам придется как-то защищаться. Именно, и нам нужно ружье для защиты. Да забудь об этом. А по приколу? Нет? Что ж, как скажешь. Ну, мы знаем, где взять ружье, если что. Как скажешь. Можешь это ускорить? Я могу подбодрить их? Вперед! Я верю в вас! Не сработало. Придется ждать. Йо, чувак, кинь ключи. А что, хочешь покопаться в личных вещах Криса? А, прости, а это только тебе позволено? Как смешно. Да брось, чего такого? Тебе не интересно? Совсем? Я ничего не трону. Окей. Но не глупи. Ничего не обещаю, но... Кольцо не задену. Не в тему сказал. О. Ха.
икона стиля. У мистера Хэ есть вкус. 100%. О, тут... Йоу. Стой, может, не надо... Райан? О, это что за хрень? На мониторах, это же лагерь. Мистер Хэ следит за нами? Нет, нет. В смысле, нет, нет, не верю. Тут разные тропы в лесу вокруг лагеря. Ну, да. Большинство камер направлены в сторону от лагеря, так что за детьми он не следит, если только они в лес не забредут. Может, фотоловушки? Это еще что такое? Их ставят, чтобы заснять всякую хрень. Да, например? Например, Бигфута, всякое такое. Ладно, значит, объявляю мистера Хэ не суперкриповым психом-вуайеристом, а, ну, долбанутым конспирологом. Так-так, сведению Бигфут это не заговор. Ладно, окей. Тогда он начинающий криптозоолог. Может, даже слушает тот же подкаст, что и ты. Ага, ну да, как скажешь. Да, но зачем тогда он спрятал эту комнату? За потайной дверью в шкафу. Она не совсем потайная, она спрятана. Типа, тут, вот. Это и значит потайная, Райан. Это странно, супер странно. Да, я не спорю, но... Тут наверняка есть что-то интересное. Дилан, это не наше дело, и раз тебе так любопытно, спроси у него завтра. В этом же нет ничего такого, совсем. Ну ладно, может и спрошу. Ладно. Пойду я из тайного логова. Удачи. Ты признал, что это тайное логово. Это что? Ладно, тоска. О, серьезные тут у него средства. А давай не будем это трогать. Да, скукота.
Кейли и Калеб Хекет. Странные детки. Да норм. Не, они клёвые, но согласись, довольно замкнутые. Глянь, какая древность. Скажи свой номер, я наберу. На кой? А чтобы я мог позвать тебя на свидание? Хитро. Не, если набрать на этой штуке мобильный номер, она рванет. Алло, что? Что? Кто это? Алло? Странно, я слышал голос. А, вот кого надо звать на свидание. Блин, упустил шанс. О, приветик. Что здесь? Слышишь? Это Люк, что ли? Да, похоже, это подвал. Хм. Но все-таки зачем мистеру Хэ в кабинете потайной люк, который ведет в подвал? Может, когда-то это был не кабинет? Да он древний, здесь всегда был его кабинет. Он там, типа, что-то хранит. Да, или планирует слинять по-быстрому, если нагрянут копы. А, ну или он там что-то хранит. Ну, открой. Что ж, похоже, хранится вечная темнота. Не драматизируй. Спустись и посмотри, ты протиснешься. Сам открыл, сам и лезь. Ну что там? О боже мой, Райан, ты что? Не поверишь! Что? Что там? Да ничего. А, блин. А ты повелся на секунду, да? Нет. Может быть. Заткнись. Тут внизу жутковато и запах очень странный, так что я вылезаю отсюда. Классное кресло, я бы хотел такое. Молись, чтобы мистер Хэ не спалил, что ты ездишь на его сокровище. Динь-динь-динь-динь. О, прости, тут важный звонок. Алло, летний лагерь Хекетс Квори, все, что вас не убивает, сделает вас сильнее. Чем могу помочь в этот опупительный день? Это ты типа изображаешь мистера Хэ? Да. Ага. Вы абсолютно правы, ему стоит быть повежливее с Диланом. И, что? Хотите, чтобы он дал Дилану свой номер? Это неожиданно, но я постараюсь помочь. Класс. О, Лора Кирни и Макс Бринли. А, те, которые так и не объявились. Ага, из-за этих засранцев нам навешали больше смен этим летом.
Класс. Приятного. А, готово. А, круто, идем. Спасибо. Нам бы сюда бензопилу, мистера Хэ. А здесь очень красиво, когда дети не бегают. Да, от них голова кругом. Да. На рисовании они тебя слушались. Ты видел мои уроки? Я мимо шел. Но арт-коттедж стоит вообще на отшибе. Да, но там можно срезать. Ну, куда пойдем? Куда скажешь. Давай сюда. Жить буду. Давай, помогу. Огромное спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, обсуждаем. До новых встреч!